Всем привет! В сегодняшнем видеоролике я вам покажу прикольный скрипт для аниме Evolution Simulator. Для этого переходим на мой личный сайт. Также ссылочка на него будет, как всегда, в описании. Перед началом убедительная просьба, кому не сложно, кому не лень, нажмите хотя бы на одну рекламу на сайте. А далее на самом рекламном сайте вы будете около 10-15 секунд и можете, в принципе, выходить с него. Далее, если у вас нет никакого чита, заходим во вкладку Exploits. И скачиваем любой предложенный чит. Напомню то, что Star используется без ключ-системы, Splash с ключ-системой. Сегодня в ролике буду показывать Splash. Значит, в поиске пишем аниме Evolution Simulator. Нажимаем поиск. На данный момент пока что есть два скрипта, возможно в дальнейшем их будет больше, но пока других не нашел. Были и другие, конечно, скрипты, но я их не стал выкладывать, потому что там они с ключ-системы идут. Ну, возможно, выложу в дальнейшем. Потому что, ну, конечно, с ключ-системой они чуть-чуть получше будут, чем эти. Также в комментариях, в принципе, можете написать, выкладывать на сайт скрипты, которые создают с ключ-системой. Или все-таки не выкладывать, как лучше. Так, ладно, значит, нажимаем кнопочку «Скачать». Буду показывать первый по счету скрипт. Далее, еще раз «Скачать». И вот появляется сам скрипт. Как видите, все очень просто и легко. Далее заходим в игру, открываем чит. Заранее в чит вставляем скрипт. Далее заходим в настройки и проверяем, чтобы у вас была обязательно включена функция Fix Kick Error. Если она не включена, то включите ее, потому что если не будет включена, то, к сожалению, у вас вылетит с игры, и в игру вы сможете зайти только через час. Так что это очень важная функция. Также выбираем DLL Kernel. Напомню то, что Kernel тоже используется с ключ-системой, потому что с этим DLL намного больше скриптов работает и лучше. Далее нажимаем кнопочку Inject и ждем, когда мы с вами заинжектимся. Все, отлично, инжект прошел. Ключ я сегодня уже получал, у меня он больше не требует. Ключ нужно получать раз в день. Также видео давайте я вам сейчас прикреплю быстренько, посмотрите, как получать ключ. Там немножко алгоритм получения изменился, но я думаю, вы поймете. Так, ну что, я думаю, вы в принципе поняли, как получать скрипт. Ну, то есть не скрипт, а этот ключ перепутал. В принципе, там особо ничего сильно не поменялось, просто нужно заходить и, грубо говоря, смотреть рекламу. Так, ладно, давайте активируем скрипт. Скрипт довольно простой, тут особо, как сказать, немного функций хороших. Но есть автоклики, нажимаем... То есть включаем функцию автопауэр, как видите, у меня автоматически кликает на экран и прибавляется энергия. Ну, то есть power сила, то есть. Дальше авторанг up, это получается прокачка ранга. Смотрим, сколько стоит прокачать ранг. 75 тысяч монет, либо же 75 тысяч силы. Пока что у меня не хватает, проверить эту функцию не сможем. Дальше автоапгрейд аура. Давайте найдем, где это находится. Так, тут ачивки нет. Ну, скорее всего, где-то... Наверное, в другой локации, возможно. А возможно и нет, не знаю. Ну, давайте попробуем включить, не знаю, произойдет что-то или нет. Но я почему-то не могу найти эту прокачку ауры. Странно. Так, ну-ка, вот здесь есть автоматические удары. Это геймпасс? Да. А, это даже автоклики. Понятно.
Дальше, ладно, давайте посмотрим следующую функцию. Автоапгрейд оружия. Включаем. И что-то ничего не происходит. Окей, это Game Pass. Тут все донатное, понятно. А, вот, кстати, можно яйцо открыть. Есть ли тут автооткрытие яйца? Скорее всего, как я понял, нету. Ладно, давайте пока что купим одного. Посмотрим, что выпадет. Так, ну, выпала комонка, получается. Сразу одеваем вот этого питомца. Далее смотрим, вот здесь пугуи, может быть, я сейчас найду. Получается, где продаются аура и оружие. Ну, скорее всего, нет. Здесь их нет. Не знаю, не понимаю, почему найти не могу. Возможно, то, что сегодня не выспался, из-за этого что-то туплю немножко. Ну, что-то у меня вообще ничего не получается найти. Бусты нам точно не нужны. Вот здесь, кстати, следующая функция. Chose Boost. Так, здесь что у нас? Ну, типа, это активация, как я понял. Но бустов, как видите, у меня ни одного нету. А дальше Chose Skill. Это активация скилла. Тут вот можно выбрать, какой скилл активировать вам. Также бусты. Да, это автоматическая активация буста. Не знаю, зачем она нужна, если можно это через GUI сделать. Ну, то есть через саму игру. Chose Interact. Тоже, как я понимаю, какая-то автоматическая функция, которая сама включает что-то. Телепорт GUI. Так. Ну, тупахнуться никуда не могу, потому что у меня все зоны закрыты. Так, ладно, давайте попробуем попасть в следующую зону. 80 тысяч кликов нужно. Так, а если я включу автоклики, будет это считаться или нет? Ну-ка. Нет, к сожалению, не считается. Ну, тогда ладно, в принципе, на этом буду заканчивать. Также можете другой проверить скрипт, который есть на сайте. И не забывайте написать в комментарии, добавлять ли мне скрипты с ключ-системой на сайт. Ну, то есть, как, лень вам будет их получать или не лень, чтобы, получается, поиграть. Но скрипты, по-моему, с ключ-системой получше будут, чем бесплатные. Ну, ладно, на этом заканчиваю. С вами, как всегда, был Эйзбан. Кому понравился видеоролик, можете поставить лайк, подписаться на канал. Всем удачи и пока.